Welcome to Club Show. DJ Light. Man, did you see her interior? Да, окей, друзья, все не надо подходить. Иначе мы все вместе с аквариумом, да, дома и реально готовить еще вкуснее, чем вы готовили до этого, или вообще начать готовить, если мы это не делали, да, и давай. Рэпчина! Парень в кепке Майами, там, я не знаю, ты же рэпчин. Are you listening? Damn.
Всем привет, это день физкультурного Кириши. Это диджей Юрик, а это награды, которые получат участники. На самом деле это радует. Это радует очень. А это Серега. Серег, покажи, как эта штука снимается вообще, чтобы ее в руках держать. А это воркаут. Вон сколько народу. А там стритбол. А тут мы. Хороший вопрос, как она снимается. Раз, два, три. Соревнования объявляются открытыми. Наш генеральный спонсор кинотеатра Куча, райдеры есть. Это радует. Есть диджей. Есть все вообще. Раз, два, три. Соревнования при поддержке кинотеатра «Олимп», спорта, молодости и администрации Кириши. Вот так вот. Это вот сладкий диджей Лайт. Или просто Дима. Самокатеры уже начали раскатываться. Между скейтерами пройдет Game of Skate. Ни один из участников не останется награжденным. Показываем. Дисциплин. У нас выделяется три места. Ролики, самокат, воркаут, скейтборд. И, конечно же, боевик. Это Андрей Сорокин. Это парни из Волхова, да? Волхов? Да. Тихин и Волхов, короче, райдеры. Покажут тоже класс. Мы их снимем. За вертушками вот там. Между флагами диджей Юрик. А вот там вот младший скейтер Дима Туркин, очень выдающийся такой, Дмитрий Туркин. Я Дмитрий Волхов, он Дмитрий Туркин, ну, не путайте. Но он очень круто катается до своих лет. Я думаю, стоит посмотреть. Продолжаем. Дальше все вы увидите сами. Раз, два, три, давай, поехал. Красавчик! Сальто сделано. Вот так вот. Данил Мюрков. Раз, два, три, давай, поехал. Раз, два, три. Младшее поколение самокатеров. Видно, что прогрессирует, ребят. Yeah!
Йоу, друзья, у нас тут крушение самолета. В эфире с вас PlayStation. Джемпа пятница. А что теперь делать-то? Что с ним делать-то, с этим самолетом? Пока ничего. Будет висеть. А что, красиво смотрится береза, самолет, небо. Вот точно! Друзья, привет, это сладкий сессион. Мы катаемся в скейт-парк. Короче, летит самолет, врезается в нашу березу, и вот он там. Зацените. Короче, летчики думают, как его снять, но мне кажется, нужно лететь. Потому что он взорвется, просто разобьется. Как у меня в клаб-шоу, короче, такой маленький самолет. Он как в сказке, короче, прилетел сюда и просто завис на березы. Вот так вот. Снимаем дороги, короче. Увидимся. Давай меня. Друзья, мы сбили самолет. Ребята, не давите сильно, плод вмятины. Это пенопласты, вмятины делаются на нем. Нельзя его сильно давить. Пищит, и я сразу сажусь. А тут я решил зайти против ветра, как помог. А где вы запускали-то его? А? Где вы его запускали-то? А вот вертолетная площадка, я с нее взлетал, но не весь садился. Ну осторожно-то. Я вернулся против ветра, весь мотор взял и выключил. Вы преподаете, да? Я не преподаю, я сам занимаюсь. Пенсию вышел, и там другой. Наконец-то приехали на аэродром, здесь реально куча самолетов. Сегодня будем летать. Пробовать себя, не знаю, я лично первый раз приехал. Мне очень понравилось. Компания «Аэропитер», наш фотограф Денис Карпенко и наш летчик Артемий и Виталий. Так что мы вперед покорять небеса, друзья. Самолетов много, мы выберем самый лучший. Увидимся. We'll be right back.
маршрута и взяли нереального шашлыка. Пробуем. Свинина, друзья. Свининка. Нереально просто. Здесь супер база. Все.